Всем привет! У нас сегодня в обзоре женское термобелье от фирмы Trump & Destroyer. По сути, это одна и та же самая фирма, просто сделали некий рестайлинг. В данный момент у нас имеется термобелье, это нижняя и верхняя часть, которые продаются отдельно. Но в нашем магазине вы можете все это приобрести вместе. Ну а теперь немного подробностей. Данное термобелье предназначено для средних нагрузок в холодную погоду. Состоит из хлопка на 48,5%, из полиэстера на 48,5% и на 3% из эластана. Данная модель идеально подойдет для ежедневной носки. Хочу отметить, что здесь везде полностью плоские швы, поэтому натирание исключено. Плюс ко всему, женская версия пошита с учетом женской анатомии. Надев данное термобелье, вы по-настоящему узнаете, что такое комфорт. Здесь у нас имеется мягкий внутренний слой с начесом, а также высококачественный натуральный хлопок, который является гипоаллергенным. В общем говоря, вот так вот у нас выглядит сама кофта, манжетики. Здесь, пожалуйста, воротничок. Показываю штаны. Плотная резинка. И внизу манжеты. Ну а теперь давайте посмотрим, как данная модель смотрится на женском теле. И не забывайте, огромный выбор качественной продукции от фирмы Trump имеется у нас на сайте mandrivnik.com.ua.